Это передача о рыбалке, и вести ее буду я, Филимонов Андрей. Ну, грамм 800 щучка взяла на микроджиг. Есть что-то хорошее. Уважаемые телезрители, эту щучку отпустить нужен совсем не хитрый инструмент. И за это такая рыба имеет право на жизнь. Смотрите, какой экземпляр окуня взялся у нас сегодня. Изюбрь. Это восточно-азиатский благородный олень, обитающий в кедрово-широколиственных лесах Дальнего Востока и Сибири. Рыболовно-охотничий клуб «Три пятерки» «Хант Фишинг» организует охоту на изюбря в Уссурийской тайге. С нашей помощью вы сможете пополнить свою коллекцию необычным и редким трофеем –